исходное положение, поза сфинкса, лежа на животе. Руки немного выведены вперед. Вытягиваем также поясничный отдел. Для этого нижними ребрами, грудной клеткой отходим от таза. Немножко удлинитесь, не должно быть какого-то сильного потяжения. По чуть-чуть. И движение начинаем с головы. На вдохе опускаем голову и макушкой затем вытягиваемся вверх. Выдох, плечи, лопатки направляем в пол. Повторяем. Вдох, макушкой вверх. На выдохе плечи, лопатки в пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох, выдох, заключительный повтор, вдох, и выдох, достаточно, ставим носочки упором в пол, подняли колени, коленные чашечки затянуты, вдох, это же самое движение, плечи, лопатки в пол, выдох, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. В комнату. Выдох. И заключительный вдох. Выдох. Достаточно. Опустили колени, грудную клетку, пятки подтянули к ягодицам, взяли за носочек или за голеностоп. И просто подержали, подышали, вытягиваем переднюю поверхность бедра. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Со вдохом отводим ноги назад, поднимаем грудную клетку, бедра поднимаем над полом. На выдохе плавно опускаемся. Повторяем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох и заключительный вдох, выдох, закончили. Отпустили ноги, вывели руки перед собой, локти в стороны, пальцы друг на друга. И вытягиваем сначала позвоночник вдоль пола. Легко понемножку приподнимаем его над полом. Пробуем, проверяем поясницу. Если все хорошо, разворачиваем руки пальцами вперед.
плечи опускаем вниз и на выдохе уходим на пол. На вдохе подъем, поднимаем голову, поднимаем грудную клетку, в конце поднимаемся на руках и плечами, лопатками по кругу назад повращали. С выдохом также опустились на коврик. Повторяем вдох и вращение лопатками. Дыхание не задерживаем, дышите, соединяйте только вдох, подъем, выдох, опускание на коврик. Еще раз вдох. Плечами, лопатками по кругу назад. И на выдохе опустились. Затем уходим в позу ребенка. Таз на пятки, живот на бедра. Вытягиваем позвоночник. Руками удлиняемся, уходим вперед. В этом положении дышим. На вдохе расширяем всю спину. На выдохе отпускаем. Повторяем вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, и выдох. На вдохе выходим в положение кошки, поднимаемся. Так. Руки ставим на ширину плеч, ноги на ширину таза и кошачье движение. Вдох, грудную клетку вниз, выдох, поясницу вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох. Выдох. Заключительный вдох. Выдох. Вернулись в нейтральное положение и подставляем носочек на место колена, живот на бедро. Другой носочек также упором в пол. С выдохом голову опускаем. Вдох, поднимаем. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще раз выдох и на вдохе фиксируем положение, вытягиваем ногу, выравниваем таз. Подтянули пресс, противоположной рукой вытягиваемся вперед, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох, и выдох, поставили руку, поставили ногу. Точно так же на другую сторону. Живот на бедро. Выдох. Опустили голову. Вдох. Подняли. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
вдох, еще выдох, вдох, заключительный выдох, вдох, зафиксировали положение, ногу назад, выровняли таз, собрали пресс, рукой тянемся вперед, держим баланс, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох, ставим руку, ставим ногу, таз на пятки, снова уходим в позу ребенка, вытягиваемся руками вперед и в этом положении дышим, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Со вдохом переходим в положение лежа на живот. Опустились на коврик. Рука в диагональ, другая рука на пояснице. Таз, бедра прижаты к полу. Вдох, открыли грудную клетку. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, заключительный вдох, выдох, меняем сторону, на другую точно так же, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, заключительный вдох и выдох, закончили. Перевернитесь через бок, поднимитесь, садитесь на коврик. Так, садитесь в позу уголка. Спину держим ровно, ноги выпрямлены. Руками можно упираться в пол в области тазобедренных суставов. Если тяжело, если можете держать спину и руки положить на ноги, то лучше так. Носочки вытягиваем от себя на себя. Заключительный раз. И затем подводим ногу, подтягиваем к себе, опускаем колено в пол, поднимаем, выпрямляем. И повторяем. Рукой на колено не давим.
заключительный раз на каждую сторону. И одну ногу сгибаем в колени, стопа у бедра. Уходим в наклон вперед. Руками можно прямо вытягиваться по ноге, носочек на себя. И в этом положении дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Носочек от себя вытягиваем. Продолжаем дышать. Вдох. Выдох. Вдох. 7 минут. Спасибо, Марина. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. Выдох. Подъем. На другую ногу точно так же. Нога прямая, руками прямо проходим по ноге, вытягиваемся вдоль ноги, носочек на себя, дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заключительный вдох. И выдох. Носочек от себя. Продолжаем дышать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Подъем. Выпрямили ноги, постучали коленями по полу. Так. И затем выходим в разножку. Широкое разведение ног. Выровняли таз. Проверяйте, чтобы ягодицы были на одной линии, то есть чтобы не было перекоса, одна дальше, другая ближе. И уходим в наклон, сохраняя спину прямой, макушкой. Немного вытягивайте позвоночник. Спина должна в целом ощущать себя легко в этом положении. Найдите свой наклон и руки переводим перед собой. Дышим. Вдох. Выдох. Макушкой все время тянем позвоночник. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Заключительный вдох. С выдохом подъем. Собираем ноги. И снова коленями постучите по полу. Так. И затем уходим на коврик, на спину опускаемся. Заключительная скрутка, завершающее упражнение. Вытягиваем на спине позвоночник, таз на месте, плечами отходим от таза, удлиняемся.
поясница выровнена. Одна нога прямая, стопа на коленной чашечке. И опускаем колено к полу, руку отводим назад. Взгляд за отведенной рукой. В этом положении дышим. Вдох. Выдох. 3 минуты. Спасибо. Вдох. Выдох. Стараемся расслаблять тело. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. И затем возвращаем ноги, возвращаем таз на другую сторону точно так же. Стопа на коленную чашечку. Увели руку назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Возвращаем ноги, возвращаем таз, колени подтягиваем к себе. Повращали коленями по кругу, раскатали крестец и поясницу. И в обратном направлении точно так же. А затем взяли руками колени, отвели от себя. Подняли лопатки, поясницы надавили на пол. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. С выдохом опустились на коврик. Перекат на бок и подъем через бок. Отлично. И на этом наш комплекс окончен. Так, вы молодцы. Спасибо. Спасибо, Никита. Спасибо. Спасибо большое. Все хорошо. Спасибо, спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо всем. Да, будем прощаться.